А все равно чистишь, когда вот эти кривульки, кривульки. Чистится. Вот он без холодильника пролежал мытый ночь, да, он уже чуть-чуть подвял. Вот поэтому не надо его мыть, когда хранишь в холодильнике. Сочность потеряет. Лень не лень, а чистить надо. И кушать. Раз уж купила. Не знаю, мама в холодильник убрала, надо позвонить. Или куда она убрала свою тупинамбу? Не знаю, ничего. Молоко не убежало, вот что. Надо уследить. Поднимается. Ну все, все. Все красивое. Все. Поймала. Ой, а как нравится хвостиком тупинамбур. Вы вообще не представляете. Идим вот вчетвером. Я, Саша, Бонька и Оська. Вообще. Прям пищат, пищат. Что им так нравится? Угу. Даже больше, чем морковь им нравится. Вообще. Пищат от удовольствия. Особенно Бонька. Она такая, пискунья у меня. Вот такая. Да. Что ей? Писюшка маленькая. Да, Бонечка? Да, моя красавица? Маленькая, скажи мне. Я скажу, совсем маленькая девочка. И удаленькая. Да. Она такая у нас еще. Хулиганистая. Да, Бонечка? Да, дочь? Вот так. Все. Так, мы эту тряпку выкинем. Это все сделали. Это все сделали. Так. Это что это такое? Что за ложка тут стоит? Мало, мало, надо еще будет почистить потом. Все, все, все. Вот так. Все, девочки. Ой. Надо будет полотенце еще купить. Так, ладно. Ну что? Этим, сейчас хвостиком. Дам, 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 дам. Все. Все. Все, 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 даю. Даю. Точность, не бюджет, цель, вооружение, Киева, Афганисия, помощь мне в обжизии.
сахара. У меня вот у мамы сахар высокий, потому что она пьет все сахарозаменитель. Мы компоты часто пьем. Я говорю, мама, компоты перестань пить. И сухофруктов, девочки. Вот раньше не думала, да? Потом сама поняла. Когда попьешь сухофруктов компот, меряешь сахар, сахар взлетает под облака. Да. Что не говорите. Фруктоза очень сильно повышает сахар. Что не говорите. Все это пройдено. Раньше я всегда готовила компоты. Теперь я не готовлю. Не готовлю сухофруктов, ничего. Все. Мы пошли завтракать. Все. Мы пошли завтракать. У нас завтрак. Время 9 часов по Москве уже. А Санечка голодный сидит у меня. Да. Санечку надо кормить. Все. Ой. Матрушечка, Санечка. Все. Сейчас. Сейчас. Сань, двигай стол давай. Сань, ну что ты сидишь и ничего не делаешь? Никогда мне ничего не помогаешь. Саша, ты прям как у тебя. Сейчас это вот. Саша, ну не надо вот это все терять. Все, сиди вот так вот. Это рот вытирать. Сиди сейчас там коротко. Что делает? Ничего не делает. Лентяй. Давай, приятного аппетита. Тарелку не двигать. Все, любимки мои. Люблю, целую и обнимаю. Всем приятного аппетита. Буду вас конвертировать, загружать. Обнимаю всех, целую во все щеки. Спасибо огромное, что вы остаетесь со мной. Впереди у нас много интересного. Сейчас ничего не буду говорить. Все узнаете со временем. Все. Всем пиздатого дня, отличного настроения, приятного аппетита. Берегите себя и своих близких. Ну а с вами, как всегда, я, Багира, на своем канале Дневник Багира из города Мариинский Посад, Республика Чувашия.